Зрителям огромный привет, с вами я, Юлия Crazy Nails. Сегодня делаем коррекцию ногтей. Эти ногти вы видели в одном из предыдущих мастер-классов. Как вы видите, все проносилось, прошло чуть больше 3 недель, и мы решили, в общем, переделать. У нас пришла посылка с гель-лаками от торговой марки Monami. Там именно осенние оттенки, вы сегодня их увидите. И эти оттенки действительно очень актуальны будут в этом году. И если кто-то следит за трендами осени этой, то, собственно, он поймет, почему они модные. В общем, чуть позже вы обязательно все увидите. И вообще, я напоминаю, что бренд Monami я уже много раз обозревала на своем канале. Этот бренд довольно популярный сейчас. Цена-качество, конечно, на высшем уровне. В последнее время я стала чаще работать фрезой с синей насечкой пламенем 023, ну, потому что оно быстрее вычищает. Тем более у меня проблем с фрезой пламени нету, и поэтому мне комфортно работать ей, потому что это сокращает время работы. Конечно, с этой фрезой нужно работать аккуратно, потому что можно перепилить ногтевую пластину, продырявить синусы. Поэтому, если вы не уверены в своих руках, в своем ножиме, лучше пользоваться красным поясом. Дальше бочонок диаметром 0,50, обороты 10 тысяч. Начинаю срезать кутикулу. Немножечко решила подольше показать вам этот процесс. Возможно, вам будет интересно, а возможно и нет. Вы захотите дальше перелистать. Ну, в общем, я считаю такие моменты очень залипательны. Не забываем после аппаратного хорошо полировать кожу, чтобы не было никаких потом заусенцев, бахромы и так далее, чтобы был красивый блеск кожи. Дальше мы переходим к нанесению цвета. Когда мы увидели этот цвет, мы сразу же поняли, какой цвет мы хотим и что мы будем в принципе делать. На самом деле этот оттенок редкий, не во всех торговых марках он есть. И поверьте, у меня много оттенков подобие такого. Но конкретно как в Monami, вот этот тыквенный цвет, у меня, к сожалению, такого нигде не было. И я, конечно, рада, что я нашла наконец-таки этот оттенок. У Monami цвета все плотные, укрывистые, ложатся в 2 слоя. Хорошо прокрашивать кисточкой под кутикулой, как уголком, то есть веерный техникой, так и просто без веерной техники. Кисть позволяет работать абсолютно в разных техниках. Она не мягкая, не жесткая, средняя. Но цвета, конечно, у них великолепные. У них великолепные коллекции. Нету цветов, которые как-то выглядели бы не совсем презентабельно, не аппетитно для клиента. Не люблю такие фирмы, просто которые клепают очень много оттенков, и из них просто половина, которую, ну, вообще просто никто никогда не будет красить. Зачем такие делать? Лучше сделать немного, но зато все цвета будут ходовые. Сейчас я вам покажу оттенки, которые пришли совместно с тем оттенком, который мы в данном случае наносим на ногти. Здесь по-настоящему осенние оттенки, которые замечательно наносятся на пластину. Даже можно спокойно нанести в один слой какие-то оттенки на клиенте. Я наношу практически отжатой кисточкой, то есть на ней материала немного, и вы видите, что перекрывается все замечательно. Ссылку, где можно приобрести эту продукцию, я оставлю в описании под видео. Но мы переходим, собственно, к дизайну. Почему-то сразу захотелось здесь сделать акварель. Я представляла себе веточки с красно-оранжевыми листиками, либо с оранжево-желтыми. Так вот, перед тем, как делать акварель, я наношу матовый топ, просушиваю и дальше беру черную краску и по центру рисую веточку. Дальше на ветке ставлю галочки в шахматном порядке и дальше при помощи воды начинаю их размывать. Первый цвет я размываю оранжевый. И дальше мы наслаиваем на те же самые галочки, такие же, только розовые, и размываем листики только чуть выше, чтобы эти листики не сливались воедино.
На большом пальце левой руки мы решили сделать немножко другой вариант акварели. Он тоже имеет место быть, он тоже красивый, и мы делаем его в той же цветовой гамме. Только веточки мы решили сделать зелеными, не черными. Напишите потом в комментариях, какая акварель вам понравилась больше всего. Но мне кажется, и то должно быть вам по душе, потому что мне кажется, нету таких мастеров, которым не нравилась бы акварель. Но действительно, она смотрится безупречно, воздушно, очень нежно и везде будет всегда уместно. Дальше я перекрываю акварель одним слоем базы и потом слоем топа. Ставлю капельки росы базы или топом каучуковым, да, чтобы это была густая консистенция. И также, где у меня начало каждого листика, я ставлю точечки гель-краской, в которой есть битое стекло. И у нас получается такой себе блеск. Пишите в комментариях под видео, как вам такой дизайн. Вы знаете, я очень люблю такие работы, от которых ты получаешь несказанное удовольствие. Мне хотелось сразу же, как мы только сделали эти ногти, вам показать их. Красиво осень на ногтях. Я надеюсь, он также вам понравился, этот дизайн, и мне. Буду благодарна за ваш отклик в комментариях. Ну, а я вам всем говорю, до скорых встреч, творческих успехов и пока-пока!